Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня на нашем канале очередные часы, достаточно интересные, ну, по крайней мере, для меня. Я расскажу вам, чем они мне интересны, почему я их заказал. Итак, пришли часы с КМИ, как их называют. Пришли они вот в такой вот упаковочке. Значит, здесь у них инструкция. Так, это в сторонку. Инструкция совершенно стандартная. С этой стороны китайщина. С этой стороны англичанщина. Итак, ну, стандартное, скажем так, управление. 4 кнопки. Я думаю, что, ну, не буду я углубляться на объяснение, как это все настраивать. Сейчас вам просто что-то покажу. Значит, чем заинтересовали мне эти часы? Сейчас более подробно. Как видите, в этих часах есть солнечные батареи. Вот вверху на половину циферблата это солнечные батареи. Они не полностью заменяют батареи самих часов. В этих часах присутствует батарейка тоже. Но они, как говорит производитель их, они увеличивают срок этой батарейки. Что в них есть? Давайте сначала, значит, посмотрим на такие вот. Какая-то такая штучка с фирменным логотипом с КМИ на китайском языке написано. И цена, видимо, 298 чего-то там юаней, наверное, скорее всего. На наши деньги часы эти стоили 786 рублей на тот момент, когда я их заказывал. Посылка шла 5 дней, пришла достаточно быстро. Продавец очень сразу их отослал, и они, на удивление, быстро пришли. Так, это сюда в стороночку. Сами часы. Вот, видите, вверху на пол циферблата у них солнечные батареи. Будут они работать или нет, это мы посмотрим. Далее, значит, время обычной стрелки. Часовая, минутная, секундная. И, собственно, цифровой вариант времени. Здесь присутствует секундомер, будильник. День недели, месяц. Показываю, значит, вот у нас обычно режим часов. Дальше секундомер. Далее. Это уже установка самих часов. Это сброс секундомера. Здесь подсветка. Ну, ее сейчас не видно. Она работает. Здесь мы видим, что сегодня 5 мая, 24 число. Далее. По-моему, вот так будильник называется. Ага. Вот. И тут идут дни недели. Вот видите, здесь понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Вот по краю идут прямо они. На циферблате, опять же, присутствует фирменная надпись с КМИ. Опять же, на часах написано, что это солнечные батарейки. Далее 4 кнопки. Это Light, собственно, Start. Это Reset и Mode. Что здесь еще есть? Ну, здесь еще есть головка для переключения, собственно, стрелок таких аналоговых. Вот видите. Кстати, мы не сделали самое интересное. Мы не оторвали у них пленки. Смотрите. Так. Это с циферблата. И вот еще одна пленочка здесь есть. Кстати, с фирменной такой наклеечкой лазерной. Но это мы все сейчас отдерем. Все. Все. Содрали мы с них. Все, что можно, содрать. Что здесь написано на обороте? Что это? Water Resistance. 5 атмосфер. Это 50 метров на самом деле. Моделька это 1049 с КМИ, опять же. И какая батарейка используется в самих часах? Это SCR2016 или SR6266S. 626SV. Вот. Все видно отлично. Далее, значит, что я вам еще не сказал. Значит, что такое
Не верьте описаниям, то, что это водонепроницаемые часы. Это часы совершенно водонепроницаемые. 50 метров это позволяет работать водой. С водой в часах нельзя нырять, вот, прыгать в воду и заниматься виндсерфингом. Формат даты, который устанавливается, либо 12-часовой, либо 24-часовой. Вот выставляется время таким образом. Вот выставляется число. Вот выставляется день недели. Понятно, да? То есть мы с вами выставляем будильник. Вот смотрите, секундомер. Давайте сначала. Обычные часы, секундомер, будильник. Дальше уже часы выставляются. Ну, достаточно просто. Тут в инструкции, в общем-то, все написано. Мы с вами даже разобрались прямо на ходу. Значит, чтобы поставить будильник включенным, нажимаешь на две клавиши вот на эти, на старт и на резет, и внизу появляется такой значок будильника. Видите? Сейчас нажал, его нет. Нажал, он будет. Нажал, его нет. С установкой времени достаточно просто. В инструкции все написано. Дальше, значит, присутствует, еще раз повторяю, будильник, секундомер, день недели, число, месяц. Размер по безелю, вот этот размер у него 44 миллиметра. Толщина 1,5 сантиметра, 15 миллиметров толщина. Ну, достаточно такие, они не очень толстые и не очень тонкие. А цвета предлагаемые. Цвета, это имеется в виду вот этот вот. Сейчас это такой серебристый цвет, а цвета могут быть красный, синий, золотой и черный. Вес этих часов 49 грамм. Ремешок, как они говорят, каучук, ну, скорее всего, что это какая-то резина специальная. Длина 24 сантиметра. Дальше, магазин, в котором ссылка на магазин будет под видео, вот, который мне их прислал хороший продавец, его рекомендую. Сейчас попробуем одеть. В общем, вот как они выглядят на руке. Ну, достаточно. Мне, кстати, нравится. Ничего так часики. Ничего так часики. Ну что, как мне тут в комментариях пишут разные люди, немножко, наверное, в запальчивости. Мочить я часы не буду. Я уверен, что 50 метров вряд ли они выдержат, но совать их в банку с водой, это, знаете, хотите, покупайте часы и кладите их в банку с водой. Ну вот раскрутите, попробую раскрутить, посмотрим, что там у них внутри. Так. Вот, собственно, из чего они состоят. Дальше я раскручивать не буду. Резинка присутствует, видите. То есть, действительно, какое-то время часы будут сохранять герметичность. Ну и хорошо. Дальше я все равно тут посмотрим, как они будут ходить. В общем, часы мне понравились из-за того, что там есть солнечные батареи. На самом деле достаточно оригинальная вещь. Ну, по крайней мере, я первый раз увидел такое. И вот заинтересовался. Так, тоже немножко ускорим. Итак, часы Скми. Солнечные батареи. Модель 1049. Как я уже говорил, water resistance 5 атмосфер. Ну, собственно, можно, видимо, брызгаться чуть получше, чем если это было бы 30 атмосфер. И все остальные стандартный набор функций.
Продавца рекомендую, очень быстро отсылает, достаточно все пришло качественно, никаких вопросов к нему нет. Ну что, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. А на этом все. Всем удачи, счастья и здоровья.